Улица Николая Кравченко, 23. 16-этажный панельный дом на два парадных. Двор зеленый, но выглядит неухоженным. Входы в парадные частично отремонтированы, оборудованы домофонами и пандусами. У дома есть немногочисленные места для парковки и маленькая детская площадка. Недалеко от дома Международный Соломонов университет, стадион «Старт», Лукьяновская площадь с одноименным рынком, торговый центр «Квадрат» с супермаркетом, разнообразное кафе и фастфуды, станция метро «Лукьяновская». В целом, состояние дома можно признать удовлетворительным.